В госалкогольной инспекции республики потревожили водную гладь. Здесь провели дегустацию бутилированной воды и безалкогольных напитков. Всего специалисты ведомства оценили 10 образцов живительной влаги и 6 марок лимонада. Оказалось, что в целом все жидкости соответствуют нормам, вреда организму не принесут. Правда, и пользы от некоторых, привезенных из других регионов, ждать не приходится. Сегодняшние замечания были выявлены, это не секрет, именно по завозимой продукции. То есть вот были отдельные образцы питьевой воды, которые, условно говоря, принято называть мертвой водой. То есть там проведена такая мощная очистка этой воды, в результате чего эта вода приближена по составу к дистиллированной. То, что бутилированная вода соответствует всем нормам, в госалкогольной инспекции связывают со строгим контролем. Не так давно на производство организовали рейды. Нарушений выявили немало, но теперь они исправлены.